Так, это получается у нас второй на пути нашего прохождения тем кладбища. А есть еще третий. Третий это вообще жесть. А, наверное, левел 80 нужен, чтобы его убить. Там просто маньяк. Так. Один удар ему оставался. Вы даже этот не берете, ничего. У них еще скрипты стоят. Может, вы босс сейчас не тупанул? Там есть еще один такой третий. Я вот одного убивал вначале. А видите, как он есть? Я забыл. Это простенький, это второй получается. Ну, я потом отдельный контент сделаю, ребят, когда я игру пройду. Я вот убил, это 42-й босс, который я убил. Мне все ролики, получается, я еще выложил. Но я обязательно выложу контент, расскажу все минусы, которые я вижу в этой игре. Как снаряжение, так же как и с боссами. То есть они сделали кучу боссов дополнительных, да, повторных, просто они сильнее. Или вспомогательными ботами. Ну зачем это делать, не понимаю. Но это другая история. Спасибо, кто ставит лайки на YouTube, на Твиче, на YouTube подписывайтесь. Это дает мотивацию делать больше контента. Так, и я обязательно обязательно буду все выкладывать. Это у меня получается... Да, а, какой 41-й? Это 44-й уже босс.